Алло, 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 алло. Алло? Так, что по звуку? Что по звуку? Алло? Так. Что-то микрока опять выпал на некоторое время. Это связано с тем, что я, ну, не знаю, что стримить вообще. То есть, я не знаю, что стримить. В этом основная проблема. Основная. Понимаешь? Хуная поп, ну блин. На которых я хотел, я получил. А что еще стримить? Не знаю. Не хотлайн же, господи. Только не хотлайн. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Только не хотлайн. Я вот эти варп-зоны не проходил всякие, типа... Во Форесте. Я помню, там какие-то варп-зоны есть, все такое. Их я что-то пройти не могу. А хотелось бы, хотелось бы. Мне вообще интересно, что за них дают. Так. Это где-то вот здесь. А! О, балдёж. Нормально. Нормально. А тут я умирал вроде бы, я не помню. Или нет? Или нет? О-о-о. Вау. Что-то просто по сравнению с прошлым разом. Если честно.
Я что-то боюсь. Бля. Ну вот играть не во что, с новой пекой, эх. А Миска сидит и думает там, наверное. Мне б твои проблемы, эх. Скидки были на Lairs of Fear 75%, она стоила 109 рублей. Представляете, она у меня не идет. Моя любимая игра, в которую я не играл, у меня не идет. Сука. Сейчас несправедливость. 100 рублей. Жесть. А! Что я делаю? Хорошо, что тут нет временного лимита или чего-то такого. Я бы точно проиграл уже. Да куда? Сука. Блядь. Началось. Да какого же хуя? Понятно. Понятно. Заново хочу. Варп-зон, блядь. Давай нахуй. Изи сейчас пройду. Смотри, что умею. Изи нахуй. Спидраня. Сука! Вот хуйня. Зачем я прыгнул? Блин, ну как может быть не играть, ну типа играть не во что с новой пекой? Не знаю. Да какого же... Сука. Да... Пиздец, что началось-то? Да где ты, сука? Да ну тебя нахуй. Пойду проходить дальше сюжетку, блядь. Ебучие варп-зоны, сука. Пиздец, как так можно? Погнали. А, это хуйня. Я был здесь в прошлый раз. Так. Ну что ты делаешь? Нет! Бля. Я тут как-то потыкал несколько современных игр и не очень зашло. То ли я уже слишком древний, то ли игры не те, либо плохо искал. Ну да, кстати, в современном игропроме новые игры не очень. Ну, есть, конечно, очень хорошие, да? Но большинство все же нет. Блять. Что за хуйня? Чё, охуели? Да как ты, сука? И все новые игры, они дорогие. Это тоже, я думаю, фактор хороший того, что новые игры дорогие. Да это ты, сука. О, балдёж. Так, а это как пройти? Не понял. А что вы делаете в моем холодильнике? Ах ты, сучка.
Нормально. Ну ты же сука! Ты живой? Сейчас будет мясо. Какое? Ней! Ней! Бля! Да какого хуя? Да, проблема даже не в ценах, а балдежа от них нет. Но это главный для меня фактор. Ну, хз. Поиграл я в 7-й. Господи. Привет, привет. Сейчас я надо чекнуть, надо зайти. Ёб твою мать. Зачем ты так? Блин, я на 100% хорошо, что не сделал вот этот браузер и скримеры бы. Скримерами бы закидывали еще. Привет. Пав. Пуф. Здрасте. Здрасте. Бля, сейчас было бы круто. Ну, бля. Спасибо за 5 рублей. Спасибо. А, блин, что я сделал? Я провалился. Ну ты сука. У Микоки и так нервы расшатаны, а вы его еще и скримерами. Изерье. Ты на хор-стриме был или нет? Потому что там мне САС, ну, очень сильно расшатал, так сказать. Ах ты ж сучка. Ну ты же сучка. Ага, сука. Да уж, САС может, это мы знаем. Да, да, он может. Только его что-то и нет в последнее время. Ага, сучка. Ты сводишь меня с ума. Сучка, ты сводишь меня с ума. Тебе нет спасения. Покайся во грехе, ибо наказание уже... Как? Да ты, бля, сука, падла. Ну, блядь. Пшёл нахуй. А, блядь, там еще один. О, балдёж. Заебись. Фух, кое-как. Кое-как просто. Сука. Кто эти шары вообще придумал, блядь? Вы чё, охуели? А? А-а-а, блядь, что? Казино, блядь.
Да я же не пройду ее, на кой хуй я в нее залез, сука. Блять, и где я? Не, в пизду. 6, блядь. Джон Си... Ладно, не будем об этом. Блядь. Почему-то вообще жизни какие-то есть, ёбаный в рот. Кто эту хуйню придумал? Ах ты, сука. Ну ты, сука. Ой, блядь. Понятно, нахуй. Зачем я реально туда залез, бля? Я мог просто нормально проходить уровень. Нет, надо было залезть в какую-то варп-зону, блядь. Хуйнёй там заниматься. Чё, блядь? Интересно, что ли? Чё ты, сука, да... Чем, кстати, предыдущий стрим по Доте закончился, а то я как-то отвалился под конец. Да там уже никого не было, стрим кончился тем, что я его выключил, и мы то ли выиграли, то ли проиграли. Я уже не помню, если честно. Чё? Что за хуйня? Что за хуйня? Что за хуйня? Че такое, блядь? Мне туда надо? Блядь, Лимбо напоминает, нахуй. Чё? Ёбнутые, что ли? Да ты сука! Ой, блядь, понятно. Да я не буду больше доту стримить, на самом деле. Чё за хуйня? Там только восставший из забаненных хехов и остался вроде. Да, хехов, кстати, был разбанен, потому что он... сидел в конфе в Дискорде, и типа, ну, я подумал, ну, блин. Нормально общаемся, чё? Да уж, чё, да, того чувака, который про в клуб пиздел, я разбанил, как бы. Здрасте, дру! Вот, я его тоже разбанил. Но все равно, пидоры ссаные. Заебись. Что? Видели, что умею? А? А? Смотрите. This is a trick. Я узнал его в одном из спидранов по мидбою, так сказать. Прикольно, да? Зажимаешь, короче, А, прыжок, и через некоторое время зажимаешь старт. Типа. И он у тебя бонихопит, короче. Вообще балдёж. Ебать.
War. Чё? Сука, сволочь большевицкая. Разбанил, чтобы прилюдно называть пидорами, лол. Не, я про пидоров говорил, это, насчет тех, кто на в клуб сейчас набегает. Вот. Хотя Хихов тоже пидор. Шо уж тут скрываты? Простите за мой французский. Так. А куда дальше? Кто-то еще набегает? Да, какой-то долбоеб залетел в чат и такой, типа, о, го набегает, типа, вся хуйня там. Ну, долбоебы, что тут сказать? Не читат историю хуесосы. Ах. Шо им, блядь, на шарарам не набегается? Шо они в клуб, сука, лезут? Если им похуй, на чё набегать. Полная хуйня. Ой. О, а так можно? Нет! О, нихуя себе. Где это я? А! Чё? Сука, сволочь большевицкая, а? Я не понимаю, куда мне надо после вентилятора. Чё так сложно? Не! 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 Сука! Долбоёбы. Долбоёбы никогда не меняются. Да. Да ж ты, сука, ты, сука. Как тут, блядь? А, да, сука. Блядь. Казино. Была бы тут локация казино, я бы, блядь, уже давно сотни раз сказал ёбаный рот этого казино. Игра не сложная, но под конец становится слишком сложной. О. ХЗ, ХЗ. Нормальная игра, нормальная. Мне нравится, мне нравится. Я вот думал, что запустить? Или медбой, или боши. Ну и решил, короче, медбой. Потому что не знаю, ну как-то боши на пусечке проходить, типа, ну, зашкварно как-то. А вот медбой, типа, ну, полегче будет. А на нормале боши слишком сложные. Сука. Слишком прям. Вот вообще... Hard. Real hard shit. Ты, сука,
Ты сука! Хуяси, я где вообще? Отсюда можно выбраться? Воистину ебучий треугольник. Да. Но я думаю, это я убрал из названия слово ебучий, мало ли меня с главной попрут за маты в названии стрима. А так это был бы сейчас до сих пор стрим под названием ебучий кусок мяса. Тут уже две игры, это ебучий треугольник и ебучий кусок мяса. Хотя можно было назвать еще ебучий, пацан нахуй, абы пил и убивается, ищет сестру. Вот. Лютый мальчик застрял в Лимбо, ищет сестру. О. Мне понравился вопрос просто, я поэтому смеюсь. Возможно, сегодня ночью будет хунай поп. Я просто ночами не сплю теперь. Я засыпаю под утро. Так что делать все равно нечего. Я либо играю в доту всю ночь, либо видосы какие-нибудь смотрю, блядь. Ну, короче, такое. Заняться ночью нечем. Да ты же сука! Ай, блядь. Пиздец. На завод надо устроиться. Ну, хз, у меня нет образования для завода. А у нас уже там только с вышками берут всякими. Так что, сомнительно. Чё за хуйня? Лютый кусок мяса застрял в Hotline Miami. А я в Dark Souls 3 залип. Да, охуенно. Тебе повезло, что он на тебя идет. Мне Dark Souls, на самом деле, не особо нравится, как серия, в принципе. Кусок мяса! Пиздец, реально ебучий кусок мяса, сука. Сволочь. Большевистская, блядь. А! Тын-тын. Аллилуйя, блядь. Ну! Изи. И как там третьи души? Я вот со вторых уже дропнул. Хз, я только спидраны, кстати, смотрел. Хорошо. Чё за хуйня? Чё происходит? Ебать. Вот это реально кусок мяса. Ебучий. Чё, ёбнутый? Чё это за хуйня была сейчас? Эй, иди нахуй! Да чё это такое? Иди нахуй! Чё за параша, блядь? Да чё такое? Сука, падла! И куда мне надо? А, блять, а.
сука, сволочь. Ты, сука, падла. Ебал я в рот тебя, бля, ах ты, сука. Сука! Куда? Ты, блядь! Хуй соси! Лох. Ах ты, сука, сволочь. Большевистская, блядь. Но с пикарнями сейчас проблем нет. Потянет. Ну, нужно пробовать. Ну, не знаю, почему игры с такими сложными, если... Пизду. Хуль ты там зареспаунился, алло, блядь. Ебай, иди нахуй, сука, чмо. Ой, блядь. О, заебись. Да ты сука! Ебал. Как? Ой, иди нахуй. Хули он там появляется, я не понимаю. Он что, охуел? Хуй соси. Ты, сука... Блядь. Кстати, запись стрима по San Andreas до сих пор не разблокировали нигде. Довольно забавно. Ее заблокировали почти везде, где только можно, запись по San Andreas. Ты же сука! Почему он там появляется? Блядь. Ебучие боссы, бля. Это босс, нахуй. Я твой рот ебал, босс. Сука, сволочь! Микоки, а вот скажи, какие бы игры ты стримил, будь у тебя современная пека? Ну, начал бы я, естественно, с Layers of Fear. С Layers of Fear. Да.
Блядь! Ну а дальше как пошло бы. Мне много игр нравится из новых. Один Tekken 7 чего стоит? Как он бы вышел, я бы в нем жил нахуй. Вот. Пока как какой-нибудь турнир бы не выиграл, блядь. Что навряд ли. Я рассказывал, был турнир по Tekken'у. ТВТ. Tekken World Tour. Вот. И типа, если бы я знал о его трансляции заранее, то я бы, ну, комментировал его. Ну, естественно, через английскую трансляцию, да, но я бы, типа, ну, комментировал, потому что мне это было бы действительно интересно. Вот, как бы. А как узнавать о подобной хуйне, я не знаю. Как бы. Игр много, серьезно много. Все подряд, я бы стримил вообще очень много всего. Учитывая то, что у меня даже Half-Life 2 лагает, как бы, понимаете? Запись это до сих пор валяется на это. Типа спидран 49 минут, Half-Life 2. Запись до сих пор на канале. Прохождение бессмертей. Вот. Чё за хуйня? О, Лэрс Офира у меня пойдет как нехуй. Будет чем заняться. Ну, блин, она действительно, я считаю, это, ну, очень годной игрой, чего только одна музыка в менюшке стоит, потому что я качал пиратку, да, чтобы потестить, как она у меня будет идти, ну, чтобы, ну, не обосраться, да, при покупке, например. Вот. Ну, то, что я куплю, она у меня то ли не пойдет, еще лагачу, и она у меня на всех минимальных настройках лагает, да. На любых настройках она у меня лагает. Я захожу в меню, и это просто все. Я не хочу даже из меню выходить. Это так охуенно было. Просто я могу бесконечно рассказывать о Layers of Fear, какая она охуенная. Это реально может продолжаться просто бесконечно. Но увы, увы. Как у меня появляется пека, я говорил. Я первым делом прохожу Layers of Fear и дополнение на него. Хотя насчет дополнения я не знаю, что там вообще. А вот оригинальный Layers of Fear я прям хочу. Прям вот очень хочу. Ну, у этой компании еще игры вроде как есть. Я смотрел. Но хз, про них я ничего не знаю. Вот про эти игры. Нет! Сука! Ну, по крайней мере, с индюшатиной я бы завязал надолго. Ну, что я могу сказать. То есть никаких Боши, вот Супер Мидбоя или еще чего-то там. У меня бы, наверное, нормально работал эмулятор PlayStation 2, и у меня бы там Tekken 5 не лагал. Хотя у меня лагает 3! Хотя все нормально было. Я не знаю, что за говно вообще. Просто не знаю. А у тебя вторая халфа лагает только когда стримишь или совсем грустно? Я без стрима не пробовал, как бы. Я не вижу, ну, большого смысла без стрима ее проходить. Потому что я ее проходил, ну, много раз. Ну, как много? Ну, нормально я ее проходил, в общем. А без стрима, ну, хз, хз. Большого интереса синглплеер игры у меня уже нет особого желания стримить.
Ой, точнее, вне стримов играть в синглплеер игры. Да ты же сука. Хотя чем я сейчас занимаюсь, кстати говоря, это же синглплеер. Хотя я никакой мультиплеер не стримил, кроме Доты вроде бы. Ты ебучие замки, блядь. Ой, блядь, понятно нахуй. Иди нахуй! Сука! Пиздец. Ой, иди нахуй, хуль тут появляешься, блядь. Как рестартнуть нахуй? Убейся, блядь. Блядь. Это еще изи босс, да ну нахуй, не верю. Ой, блять, а. Помню, как у меня бомануло, когда игра вылетела после убийства мистера Зародыша. Не в курсе. Я не знаю, кто это. Пошел нахуй, кусок мяса. Ебучий кусок мяса, блять. Сука! Аллилуйя, нахуй. Ой, блядь. Пиздец. Я проходил на клавиатуре, что сложности еще так прилично добавляло. Ну, угу. У меня друг за 15 минут прошел. Хз. Я 15 минут только на этом уровне был, наверное. Ты шо, пидор? Пшёл нахуй. Че? Ля. Пидор. Пидор. А?
Камиклай все игры прохожу. Я даже Мазараша на харде на ней прошел. О, господи, Мазараша. Не люблю я Мазарашу уже. Один раз прошел. И вот... Последнего босса я проходил больше часа. И вот недавно я попытался поиграть, и что-то нет. Что-то нет. Что-то не зашло. Микокию точно надо озвучкой заняться. Базарю. У меня появилась идея, я типа вчера слушал Казу коверы на Остек Драйву, ну там Night Call, Real Human, да, Real Hero, вот, и типа, ну, подумал, а ну-ка нахуй, буду-ка я стримить, короче, и стримить Драйв, да, и буду его, значит, озвучивать на инглише в прямом эфире. Ну вот, то есть. Сразу же, то есть. Как Жожу, короче. Но не знаю, не знаю. На ютубе зобанят за кинцо. На Ютабе можешь смотреть кинцо, только то, которое выложено, как бы, у них в открытом доступе. Вот, а так нельзя. Да чё за хуйня? Я чё за уровень, блядь? О, заебись. Только как отсюда выбираться, я не совсем понимаю. Жаль, только Жожу уже не быть. Да я его пройти не могу. Он слишком сложный. А! Нормас. 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 Да ты, сука! Сука! Нихуя себе. Нихуя себе. Вот это балдеж. Еба. А мне нравится. А мне нравится. Ах ты ж, сучка, сволочь большевистская, блядь. Бля. Ну, блин. Сука. А, блядь. Сука, сволочь.
Изи. Чё я сделал? Ебать. Чё? А! А! Ебать. Просто пиздец. Чё за нахуй? Чё за ракеты? Чё за хуйня? Чё за хуйня? Ебать. Чё, какой замок нахуй? Уёбище. Вот еще что, Мико, как обстоят дела с ночным просмотром Жожи на ГГ? Ой, блин, я же объяснял то, что я не помню, где я смотрел Жожу. И настройки стрима слетели, то есть мне надо как-то опять настраивать экран, все вот это вот, типа, все довольно долго. Ну, блин, если смотреть, то опять заново начинать, потому что я не помню нихуя. Ну, со второй арки, естественно, а не со смерти. Ну, точнее, наоборот, начинать со смерти, как бы, Джостера. Да ты сука! Я вообще столько аниме накачал. Хочу делать обзоры на аниме, заебали. Я столько... Я... Посмотрел новые тайтлы, которые сейчас выходят, и мне, ну, очень хочется, ну, про них что-то рассказать, да. Ну, бля, обзоры на аниме. Что? Это же, блядь, пиздец. Но я хочу. Когда-нибудь я это сделаю. Ты сука. Да ты сука. Сука. Вот вы смеетесь, обзоры на аниме, а вот есть рэп-обзоры на аниме. Вы можете себе такое представить? Как Dog. Я уже говорил об этом, да, что обзоры на аниме, ну такое. Типа, да и так есть, типа, уже долг. Го, рэп, обзоры на аниме. Что, тебе их включить или что? Сам я это делать не буду, нет. Сори. Я таким не занимаюсь. Извините, вы мне зубы вонзили в зад. Нет, давай делай. Не, хорош. Нет.
Нет. Мне хватило просто послушать, как бы. Про... как... Блять, Мастер Меча Онлайн, как он называется-то? САО, точно. САО есть. Обзор аниме, обзор на... Ой, рэп. Рэп-обзор на САО, короче. Да что там, есть, есть даже рэп-гей-мобзоры, что? Не, ну аниме это как бы, ну, я не знаю, по-моему, если выбирать между рэп-обзорами на игры и рэп-обзорами на аниме, то, по-моему, лучше выбрать рэп-обзоры на игры, чем на аниме, как бы. Здравствуйте, смерти... Бы потрещал с пацанами? Нет. Я очень давно его как бы это не смотрел. Реклама? Что? Какая реклама? Ты о чем? Какая реклама? Алло. Ах ты ж, сука. Ты же сука. А реклама? У меня нет монетизации на канале. А чё за хуйня? Как это проходить? Я чё-то не понял. А, всё, понял. И какое аниме ты бы первым делом запилил свой обзор? Это... Я посмотрел... Всё началось с чего? С того, что я захотел сделать обзоры на аниме, да? С такого аниме под названием «Геймеры». Он называется «Геймеры», «Геймерс». Вот. И типа... Я не мог уснуть вообще. И думаю, посмотрю-ка я какое-нибудь аниме. И... Выбор мой упал на «Геймеры». И, блядь... Ну, я посмотрел первые две серии, и так как оно только выходит, типа, ну... Тут, ну, такая себе ситуация, на самом деле, просто... Я хотел сказать то, что это говно. Что это говно о няме, да? Вот. Ну и все, и на этом мое желание закончилось, я уснул. Вот. Я уснул и больше про эту мысль не вспоминал, пока я не зашел на тот же самый сайт, где опять же вышли новинки. Вот. И я посмотрел первую серию 18-го измерения. Да. 18-е измерение я посмотрел. И типа... Ну, вышла только первая серия, и там я уже хотел, ну... Более-менее нормальный. Ну, не говорю то, что вот это какая-то хуйня там, да, и все такое. А, ну, более-менее разобрать вообще, о чем это, ну, и так далее. Потому что задумка интересная. Задумка интересная, но... Не знаю, это... как бы это сказать? Немногим это будет интересно. Вот. А так, ну, не знаю. Я, ну, с трудом досмотрел, так сказать, первую серию. Вот. Ну, как с трудом? Просто было, ну, не очень интересно. Вот в чем дело. А так я хотел сказать о том, что задумка интересная, ну... Не для широких масс это анимцо. Так что... Ради интереса глянуть можно. Чтобы вот что-то новое посмотреть, да. А где ключ? А где ключ? Чё за хуйня? А где ключ?
И ничего не хейт обзоры, я бы, ну, на 18 измерение нормально сделал. А где ключ? Что за говно? Ебать. Сука! Ой, блядь. Пиздец. Да ты, сука. Бля, обзоры аниме, до чего я докатился. Я ведь хотел озвучкой заниматься. Что со мной стало? Боку на пик я так и не озвучил. Сука. Ты просто сука. Что это? Ебать. Хуй соси. Ой, блядь. А то вначале изи, изи, хуй изи. Да блядь. Ты говно, жопа. Просто. Все, что я могу сказать. Изи нахуй. Босс, блядь. Зун нахуй. Чуки. Ёб твою мать. Чё за скримеры? Он чё, обсрался? Чё за звук был? Чё делать? Обогнать его или чё? Обогнать его или чё? Сука, падла. Сука, падла. Нах и спасать тян. Тикаем, лол. Да. Ой, ты, сука, падла. Сука.
Напомните, пожалуйста, почему стрим по Сан-Андреасу закончился в прошлый раз? Потому что лагало или потому что просто надоело играть? Или что? Ты сука! Ой, блядь. Как? Сука! Ты чё, сука? Ебать. Я точно не помню, но, по-моему, это просто всех тогда подзаебало. Спикером бы детальнее вспомнил, блин. Просто если она у меня лагает, тогда окей. Если она у меня не лагает, то я бы, ну, подключил ее. Сегодня. Вот. Что-то у меня есть настроение в GTA поигорать немножко. Сука. Ну что, меня толкнуло или что это было? Да ты падла! Ебать. Да ну тебя нахуй! Сука!
Пошел нахуй. Пидорес. Тебя говно и воняет отсюда, чувствую. Выебал. Сколько тут осталось? Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Ох, блядь. Подскажите Игоры на вторую плойку, пожалуйста. Потому что у меня эмулятор есть, а вот... Я только пятый Tekken знаю, но он лагает. Я бы попробовал еще какие-нибудь игры. Если все нормально работает, то можно было бы и постримить это дело. Вот. Три осталось. В смысле, я посчитал четыре. Вот это и еще три. Чё за нахуй? А чё за хуйня? Охуеть. Чё-то жесть какая-то пошла. А чё он прыгнуть с неё не может? Чё-то не понял. Да ты сука! Сука! Ой, блядь. Ну, тебе эмуляция второй плойки не лагает разве? Вроде ж только первая была, и не то местами со скрипом. Ну, блин. Не знаю, эмулятор второй плойки я скачал Tekken 5, и у меня все работало идеально, но только в боях проседал FPS очень сильно, что играть было невозможно. Вот. Сука. Поэтому я хочу какую-нибудь другую игру попробовать, да. А еще у меня были мысли сделать PlayStation Game Gauntlet без ограничения игр по времени прохождения. И проходить вообще любую игру, любую, да, но чтобы было условие, чтобы она запускалась на эмуляторе, чтобы она не вылетала. Это вот главное условие, а все остальное как бы насрать. Проходить нахуй до конца, бля. Только это, ну, того не стоит, я думаю, вообще. Короче, меня что-то подзаебало, сори. Хух, блять. Хух, блять. Джойстик ёбнулся. Короче, небольшая пауза. Чё там? Это чё такое? Во, подходит. Заебись. Я знаю даже, какую музыку поставить, которую вы все любите. Где она, где она, где она? Во.
Алло. Нет, есть одна игра. Я хотел ее на стрим оставить. Всегда она там поиграть в нее, все такое, да? Да. Вот. На русском давай. Но есть одна проблема. Она запускается только в полноэкранном режиме. Так что сейчас я возьму чат. Скопирую ссылку, зайду в эту игру, открою тут Steam окно. И сейчас мы будем учиться взламывать. Брать и взламывать. Брать и взламывать. Взламывать. Взламывать, я говорю, почему она не показывается на стриме? Ты сучка. Сучка, ты сводишь меня с ума. Ну. Ну. Ты сучка. Понятно? Сука, падла. Ну? Да шо ты, сука? Тварь. Тупо тварь. Тупо тварь. Супер хакермен. Блять, сука, падла. Окей, ща ебанем. Ща ебанем. Заебись. Охуенно. Просто охуенно. Только я даже не знаю, показывает он игру так или нет. О, все, заебись, показывает. Только будет видно то, что я чекаю чат вот здесь, да? Прикольно. Но, короче, похуй. New game. Что-то громко. Господи. Сделайся потише, пожалуйста. Спасибо. Привет, меня зовут Елена. Я буду твоим партнером. Перед тем, как мы сможем взломать сервера Sony и Microsoft, нам необходимо потренироваться на более легких целях. Также нам необходимо улучшить наш софт. Так что в любом случае нам нужны деньги. Наша цель... ЕС-банк, но у него примитивная защита. Кроме того, я собрала информацию о его директоре. Ты можешь прочитать ее в файле, который находится в папке на рабочем столе. Прочитай ее внимательно, так как нам придется подбирать пароль. После этого откроем CMD на рабочем столе. Заебись, заебись. О, FC-City, FC-City. Так, инфу. J.A. Smith Info. Имя Джа Смит, должность директора ЕС-банка, дата рождения 23-21 марта 1964 года. Краткая информация. Джон является директором ЕС-банка с 1983 года. Не женат, имеет собаку Майк. Возможные пароли, дата рождения, кличка собаки. Балдеж. Все? Открыл КМД, так. Окей, теперь введи Connect и нажми Enter. После этого тебе необходимо будет ввести пароль. Можешь проверить файл на рабочем столе, если забыл возможные пароли. Нам не нужно чистить логи сейчас, ибо они даже не знают, что это. Так, а что мне написать надо? Блять, Connect куда? Блять, коннект куда? Сука, блять. Блять, куда там коннект был? Ты, сука, чмо.
Надо заново начинать, я не запомнил. Я не запомнил, какой пароль нужен, сука. Так, сейчас я выпишу сюда, спасибо. То чувство, когда рандомные пулы адресов nmap сканил. Бля, а я не могу написать. Fucking fuck. Окей, выпишем сюда. 39.128.117.246. Так, копипаст, пидорас. Так, блять. Ctrl-V не работает, сука, падла. Окей, 39, 30. А он не хочет цифры писать. Так, 39.120. Чё, даун, блядь? Один. Один, один, семь. И 200.240.246. Enter password. Mike. Wrong password. 03.27, по-моему. 1900. Держать эту хуйню открытым. Открытый, точнее. Да ты, сука, какого хуя ты делаешь, блядь? Даун ебаный. Пиздец. 21.64.1964. Майк 1964. Ты падла, чё за хуйня? Ctrl-C, Ctrl-V. Не работает Ctrl-C, Ctrl-V. Майк 03.21.1964. Что за хуйня? 03.21.1964. Майк. Собаку ведь Майк звали. Алло. Дата рождения, кличка собаки. Но я написал дату рождения, что не так? Там точки что ли нужны? 03.21.1964. Майк. Сука, падла. Какая-то сомнительная, но... многоконсольность у этой ОС. А, многооконность. Да, ее нет. Майк. Три, два, один. Да ебать. Написано, дата рождения. 03, то есть 21.1964. Запятая. Тут запятой нет. Майк. Чё не так? 1964, Майк. Ебать. Чё так сложно? Давай еще раз почитаем, окей. Джей А. Смит. Возможные пароли. Дата рождения, кличка собаки. Кличка собаки Майк. Может, с большой буквы? Нахуй.
Нет, большие буквы тут не рисуются. Так. 3/21, Майк. Ебать мой хуй. А все потому, что нужно было ставить Linux. Да. Нет, просто пришло время перестанавливать Shindows. Да какой пароль? Я не знаю, какой пароль. Смит 1964. Блять, ну и параша. Игра HackMe показывает, что довольно несложная стратегия хакера, советы, это разные слэши, да мне поебать, забавные моменты, да ты сука, зачем мне, мне пароль нужен его, какой у него пароль? Ты, блядь, серьезно? Пиздец. Я в ахуе. Я в ахуе, просто в ахуе. Пароль стандартный, да? Отличная работа, мы вошли. Теперь мы можем украсть его логин и пароль от банковского счета. Если честно, я уже его взламывал и знаю, где находится файл с логином и паролем. Но на твоих следующих заданиях тебе придется искать файл самому. Теперь введи в KMD d/documents/bank/logpass.txt. documents/bank/logpass.txt, чтобы получить этот файл. Он будет автоматически скачан и размещен на твоем рабочем столе. Так, d:documents/bank/logpass. Так, значит, это разные слэши нам сказали об этом. А где мне другой слэш взять? А где мне другой слэш взять? Алло, блядь. Слышь, блядь. Где мне другой слэш взять? Алло. Аллилуйя. documents/bank/logpass.txt. Странно, но у него почти такой же пароль. Ладно, попробуй его. Что? Ну-ка, download finishes. Пароль ты... Ох ты, сука, падла. Джа Смит. У него дата рождения. Так-то 1664. 2103. Enter. Чё, блять? А, я перепутал месяц. 03/21. Enter. И правильный пароль? Да, это было бы слишком просто. Окей, я отправлю брутфорс на твой компьютер. Попробуешь взломать его аккаунт. Ёб твою мать, сколько же сложностей. Я запомнил. Так, brute force, окей. Логин. Jasmit. Старт. Замечательно, теперь у нас есть логин и пароль Джона. Войди в его учетку и переведи нам все его деньги. Чё за пароль? Схуяли у него такой пароль вообще? Jasmit 47 52 67. Поздравляем, теперь мы в его банковском аккаунте. Нажми на кнопку трансфер, чтобы закончить наше задание.
Да погнали нахуй трансфер. Вот черт, я забыл, что нам нужно было очистить логи перед отправкой денег. Нам нужно срочно что-то придумать. Твою мать, на что, по IP вычислят? Прошло 2 года, вам удалось укрыться от закона, но пришлось... Охуенно. Теперь у вас есть свой почтовый ящик, на который вы будете получать все задания. О-о-о. Сейчас бы в Москве, блядь, находиться. Привет, ученик. У меня возникли кое-какие проблемы с законом. Мне придется исчезнуть из сети. Может, год, может, больше. Я оставил твой email в базе хакеров. Тебе на почту будут приходить различные задания. Все это время, пока ты обучался, я работал над своим языком программирования для полной анонимности F++. Оставлю его тебе. Не забывай про нашу главную цель. Надеюсь, еще увидимся. Удачи, ученик. Окей. И че, все? Хиваш Кут. Че? Добрый день, я провожу много времени в игре Frog of Empires, но проклятые разработчики сделали слишком жесткий донат в игре. Не могли бы вы накрутить мне денег в игре сейчас? Сайт. Сейчас на аккаунте у меня ровно 12 500, готов заплатить 1000 баксов. И через Хиваш? Нет. frogofempires.com. Для того, чтобы взломать сайт и изменить данные, тебе понадобятся две программы: Qt и Хиваш. Для начала надо найти уязвимый раздел сайта через Qt. Запусти ее. Введи сайт для поиска разделов с уязвимостями и нажми на зеленую молнию вверху слева. Frog, или как эта игра называется? Ёб твою мать. Я забыл название игры. Frog of Empires. Все понял. Так. Frog of Empires.com. И молния, значит. Protected. Окей. Окей, что там у нас? Здорово, здорово, здорово! 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 Чё-то долго. Чё так долго? Чё так долго? Может, я не так URL ввёл? Может, надо прям вот полностью HTTP? Двоеточие //. Давайте попробуем. HTTP двоеточие //. Давай вот так. О, заебись. Вот так лучше. Так-то лучше. Так, уязвимости пока что нет. Отлично, уязвимость найдена. Запомни раздел, затем открывай Хиваш. Этот раздел CN. Так, CN. Теперь введи URL раздела, который ты получил в Qt. Введи значение, которое хочешь изменить, и значение, каким хочешь заменить. Ёб твою мать. HTTP двоеточие // frog of empires dot
com/cn. Value. Value у него 12,5 тысяч. А он ему попросил накрутить сколько? Они даже не сворачиваются, эти окна, сука. Сколько он попросил накрутить, да он, блядь. Сколько? Он не сказал, сколько ему надо. Блядь, не знаю, 9, нахуй. Ну, еще 2К16, да. Там внизу написано 2К16. О, Дота. 2К16. Так, да тут даже и многозадачностью не пахнет. Странный комп у нашего хацкера. Банкомат ломает, а вменяемую рабочую среду запилить не мог. Ну да. Здание выполнено, теперь зайди на почту, чтобы проверить ответ заказчика. Заебись. Где 1000 баксов? Пидор. Спасибо, теперь денег будет достаточно, перевожу на ваш счет 1000 баксов. Балдеж. О, что за NetView? Ну-ка. Wi-Fi? Какой-то Wi-Fi. Так. Здравствуйте. Я занимаюсь разработкой игр для ПК. У меня есть очень мощный конкурент, Easy Ways. Не могли бы вы взломать их и скинуть мне файл futures.txt, готов заплатить 1500 баксов. Для того, чтобы взломать ПК, тебе надо будет для начала получить доступ к Wi-Fi, к которому подключен этот ПК. Для начала нужна программа NetView. Теперь просто выбери нужную точку Wi-Fi и начни взлом. Так, он уже взламывает? Он же взламывает? Я просто не хакер, особо не понимаю всего этого. Что делать-то? Мне просто ждать? Ну, пароль. Ну. А дальше чё? Чё надо-то? Чё он хочет? Нет, не то. Я уж получил пароль. Дальше-то чё?
Лол, ну пиздец, действительно комнатный хакермен. Чё за хуйня? Мне просто не пояснили, типа, что мне с этим делать. Ну, у меня есть пароль, дальше ты чё? Ёпти. Ну, NetView, ну. У меня есть пароль, ну, и что мне с ним делать? CMD-шки у меня нет. Чё хиваш? Это вообще не то. Он вообще не то делает. Тут сайт нужен. Чё за говно? Там не было написано, что мне делать. Нужно законнектиться к EasyWays. Через это? Или как? Как мне к ним законнектиться? Я не особо понимаю. Ну, у меня же был пароль. Как мне к ним законнектиться, ёбаный урод. А, лол. Ебать. Пароль не тот. Попробуй тогда прийти к ним лично на офис и запустить вирус. Ты пока займись написанием вируса. Присоединяй. О! Сука. Ну, нужно еще было бананом бить по клаве, короче. Сука. В маске и в очках. Отлично, вирус написан. Я сейчас пойду к ним в офис, представлюсь сисадмином, попытаюсь его запустить. Буду держать тебя в курсе происходящего. Можешь пока поиграть в игру. В какую? О, это Pong? Это Pong? А как? А, VASD. Окей. Арканоиды всегда любил, если честно. Арканоиды, ой. Я шо, проиграл? Бля. Арканоиды, охуенно. У меня был Тетрис, всегда играл в Арканоид. О, балдёж. You lose. Окей, мне удалось к ним зайти. Представилась сисадмином. Она сказала, что в прошлый раз мы забыли установить нужный софт. Запустила вирус. Проверяя почту, файл должен был прийти. Вот сучка. Если бы все было так просто, да. Да. Полагаем, за взлом вам заплатила компания Fix Studio. Мы заплатим вам в полтора раза больше, если вы отправите им следующую дезинформацию. В данный момент разработки не ведутся. Техдиректор находится в отпуске. Чё думаете? Интерактив? Интерактив? Дрова! Мне не пишет три человека. Не пишет. Просто, блядь, не пишет. Чё? Алло, так, мне надо бы это... Чё делать? Пытаться дальше взломать EasyWays или отправить дезинформацию тем пидорам, кто заказал у меня их вещи? Их грязное белье. Я подожду, мне не трудно.
Окей. Fix Studio, вы отказались получить больше. Предложение отклонено. Приветствую. Предлагаю вам серьезное задание – взломать интернет-магазин hardpay.com. Просто оставьте его открытым для изменения. Плачу много. Ну, окей. Как назывался магазин? Hardpay. Охуенное название, наверное. Платит он много, блядь. Сейчас посмотрим, что ты там платишь, нахуй. Бля, по идее, я этих денег не получаю даже. Вся суть типа во взломе, типа вау, ты взламываешь. Странно, довольно легкое задание занимало и деньги. Ну да, соглашусь. Items 3. Спасибо за работу. Теперь нам все данные по сайту, и мы будем в расчете. А он уже заплатил. Блять, заебало это Дотан. Интерактив. Окей. Вы отдали файлы, но заказчики ничего не выплатили. Спасибо. Охуенно. Охуенно, у меня все почистили, блядь. Открыто достижение Money is Ally. Ёбаный рот, блять, меня обманули нахуй. Мы передали тебе информацию в FBR. Удачи. Вот сволочи, давай взломаем их и поищем что-нибудь поинтереснее. Как всегда начинаем со взлома Wi-Fi. Ах вы суки, я ваших выебу, суки. FBR они нахуй отправили. Посмотрим нахуй, кого ты там отправил, блять, в FBR. Хуйло. Просто хуйло. FBR нахуй. Сейчас посмотрим, блять, кто там в FBR что отправил, сука. Гандон, блять. Мистер Робот, сука. О, тут задание написано, вау. Нет бы сюда поставить что-нибудь полезное. Типа окон, например, чтобы я мог их открывать по очереди. И то, что мне нужно. Да сколько можно? Почему он заходит постоянно в доту? Hard Pass 1, 2, 3, ты серьезно? Че-то слишком просто. Отлично, я полазила по их файлам и нашла очень интересную схему. Похоже на целую корпорацию, постараюсь уничтожить их. Мне кажется, это хуйня какая-то. Мне кажется, это ловушка. Лол, подъебнули, ну блять. Don't trust everyone. Мне кажется, на одном из этих путей нас поймают, типа.
Или что-то типа того. Я не знаю, как это работает, айпишники чьи-то, блядь. Хуйня какая-то. Не нравится мне это дело. Вот и все, мы покончим с этим. Теперь удаляй почту и вали из сети. Будем пользоваться чатом для анонимной. Для анонимности. Окей. Открой чат и ответ на сообщение. Привет, чувак, давно тебя не видел на форуме. Какими судьбами? Бабки нужны? Как мне ответить? Как ответить-то, блядь? Я даже ничего не писал. Сука, я просто натыкал и все. Окей, да, есть одно дело, но нужны деньги. Окей, тебе сейчас напишет один чувак. Very Avery. У него есть к тебе одно дело. Connected. Привет, чувак, у меня к тебе очень важное задание. Моего ребенка похитили, просит выкуп в 100 миллионов долларов. Чего? У меня таких денег нет, но я подозреваю мудаков, которые могли украсть моего сына. Они ошиваются на форуме quad.com. Попробуй взломать сайт и посмотреть все переписки пользователей. Может, что найдешь, готов заплатить 1 миллион долларов? Я помогу тебе, но скажи, откуда у тебя такие деньги? У него же нет 100 миллионов, он 1 миллион хочет. Я работаю в Microsoft, в отделе киберзащиты. Деньги не проблема, главное, найдите моего сына. Я найду твоего ребенка в обмен на уязвимости Microsoft. Я согласен на твои условия, только прошу, поторопись. Disconnected. Quad.com, значит. Quad.com. Ну, давайте чекнем, что там в Quad.com. Ну, http://quad.com. Телеграм-курильщика. Лол. А, это я написал HTTPS, сука. Тут же нет HTTPS, тут только HTTP. Какого хуя? Чего у них у всех незащищенные соединения? Лол. Mails. Окей, okay, mails. Да блядь. А что делать надо было? Укради файлы. Какие? А, все, понял. Угу. Ты выполнил свою часть сделки? Да, ребенок у меня, фото отправил, жду передачу денег. Сегодня к тебе придет мой человек, передаст деньги. Все идет. И все идет. Так, он уже в курсе о пропаже. Будем ждать перевод с его стороны. Microsoft должны иметь такие деньги. Хорошо, буду на связи. Используйте чат. Отправьте сведения о сыне. Мне удалось узнать, что твой сын находится в заброшенном доме в парке. Я тебе верю, полицию уже вызвал, надеюсь, с сыном все будет в порядке, как и обещал, высылаю файл с уязвимостями Microsoft. И где он? Откройте чат. Привет, слушай, такое дело, есть один человек, когда-то был моим другом, а потом внезапно предавшим меня. Можешь уничтожить ему комп и все аки в нете, но медленно, демонстративно, чтобы он все понял с анимациями и сообщениями. Плачу 2000 баксов. Без проблем, все сделаем. А как? Напишите вирус.
Lol. Hi, remember for a lifetime to bring friends not. Ебать, он реально ему сообщения всякие пишет. Сука, и взламывает, типа. Лол. Так, image, animation, animations hack. Animation, сука. О, ты потерял все файлы? Ждать 10 секунд. Формат ADZ Result C. Так, нормально, нормально. Еще одна анимация. Уже hack animation 2. Упс. Seem to... хуй знает, что-то в интернете, да? Ебать, он жесткий. Чё? Go to Яндекс. Ну-ка, мне интересно, что это? .ru/ie. Ну-ка, что это такое? Да и винда какая-то странненькая. Вроде и многозадачная, но при этом одноконная. Да, это странно. https://yandex.ru/ie/vprom=wizard. Так. One. Вот так. И вот такой значок. Так. Это получается Internet Explorer с поиском Яндекса. Он ему качает Internet Explorer? На кой хуй он ему качает Internet Explorer? Чё за бред? Сука, даун что ли? Зачем он ему реально качает Internet Explorer? Чё за бред? ВК хак, ага. Сейчас бы еще ВК хакать. Угу. Но он ему скидывает все его эти пароли. Одноклассники, Facebook, да-да-да, он ему сливает. Dell all us this device, ага, понял. And now you have nothing left. Да, ты ничего не имеешь, у тебя пустая ось. Я беру ее. У тебя 10. Он ждет 10 секунд и форматирует. No scale, blue screen, or death, right? Don't worry. This last message. In the meantime, say goodbye to the hardware. Yes, this virus, the street generation, no longer betray. Goodbye. Все. Балдеж. А нахуй он ему Яндекс скачал, я так и не понял. Ебать, в натуре жесткий чел, на одноконную шинду накатывает осла. Так, ну-ка, что там в чате, он мне отписал, нет? Пидор, он ничего не отписал. Не пишите заказчику о выполненном задании. Вирус написан. Вам останется лишь запустить его на ПК жертвы. Балдеж. Откройте чат. Добрый день, скоро у моей жены день рождения, а я все деньги проиграл в казино. Можете накрутить мне 30 тысяч баксов на сайте MobiaMarkt. .com. В данный момент у меня на аккаунте 4 бакса за сделанную работу, заплачу 1500 баксов. Все, что у меня осталось. Надо быть осторожнее с азартными играми, но ничего, мы вас выручим. Пиздец. Какой там сайт? MobiaMarkt.com. HTTP... У меня S уже само пишется. / mobiamarkt.com.
Марк. Маркт. Заебись. Ох, я прямо хакер. Я прямо хакер. О, слэш.ру. Отъебись. Сколько там? 4? А надо... 30 тысяч. Прикиньте, я кому-то другому скину эти деньги, типа, не ему. Сто девяносто восемь точка сто шестьдесят восемь точка ноль точка один. Что это? Ух, чувак, спасибо, выручил. Да, иди нахуй. Че, снова открывать чат? Окей. Елена, привет, я снова в деле. Надо готовиться как-то к атаке на Microsoft. Уязвимости у тебя уже есть, теперь надо попрактиковаться в DDoS-атаках. Есть один небольшой сайт. fsociety.com. Надо положить его, займись написанием вируса для атаки. А я это время скину тебе софт для рассылки вируса. Откройте чат. Привет, Елена. Хорошо. Жду софтину. Занимаюсь написанием вируса. Либо опять сейчас писать миллион текста просто. В пизду мне надоело. Короче, пока что все. Может, еще через некоторое время еще будет стрим. Не знаю, по какой игре. Может, GTA, может, не GTA, может, еще что-нибудь. Короче, навряд ли я отпишу в паблике ВК, потому что я теперь не хочу давать анонсы ВК, не знаю. Короче, увидимся.